Всем привет! В этом видео покажу вам снова вещи, которые я буду отдавать. Год назад где-то я делала две глобальные зачистки гардероба, и сейчас тоже пора, потому что вещи прибавляются, китайцы мне все шлют и шлют, а место нужно для этих новых вещей освобождать. И немножко я пересмотрела свой гардероб, хочу больше к базовому классическому стилю пойти, так что всякие вот эти вот детские вещи хочу отдать. Тут в огромном пакете у меня будут зимняя такая часть гардероба или то, что у меня висело в шкафу, так что летнюю я еще не смотрела, что у меня есть. Будем потом уже с этим разбираться. Итак, давайте начнем. У меня такой огромный пакет из Ашана, полностью набитый еще кое-что снаружи. Во-первых, я отдаю или выкину, скорее всего, две куртки зимние, которые я носила этой зимой. Хотела новую зимнюю куртку купить в этом году, но ничего не нашла нормального и носила прошлогодние куртки. Одна зелененькая, я ее большую часть зимы носила, но на ней сломалась молния. И вторая черно-белая со звездами. В том году мне она очень нравилась, в этом году я ношу ее только на прогулку с собакой. Так что тоже буду избавляться. Следующую вещь я буду отдавать, это пальто. Голубое, красивого цвета, но оно какое-то странное. Илона зачморила его, сказав, что это халат. Сережа то же самое, только что сказал, что похоже на халат домашний. Так что как-то меня теперь смущает его носить. Да и самой-то оно мне тоже не особо нравится. Я его очень редко надевала, так что буду отдавать. Вот такое вот платье с птицами. Оно мне маленькое, я в нем как маленькая девочка выгляжу, оно короткое, совсем такое в обтяжечку, так что тоже отдам, пару раз его всего надевала. Бордовое платье тоже платье маленькой девочки, оно в обтяжечку, коротенькое, тоже очень редко его надевала, ну так оно уже устарело, тоже не буду носить. Вот такое вот красное платье чуть ниже колена, висело-висело оно у меня в шкафу, думала будет повод надеть, но так повод и не оказалось. Ну и в будущем тоже, думаю, не буду носить. Стиль какой-то, не знаю, какой-то взрослый. И не смогу я придумать образ к этому платью, так что нет. Вот такая вот блузка со слонами, с кружевом, со стразами. В общем-то, тут все. Мне нравилось, как она выглядит на видео, но в жизни я ее вообще не носила, эту блузку. Она очень приятная к телу, но это полностью синтетика, так что, ну, вряд ли тоже буду носить. Отдаю вот такой вот шарф снуд вязаный. Этой зимой ни разу не надела. Следующий, наверное, тоже вряд ли надену. Две шапки. Одна Сережина, которую он вообще не носит. Он вообще шапки не носит. И вторая моя. Вот такая вот вязаная. Тоже этой зимой, ну, вообще не носила. Отдам. Футболка от пижамы. Она мне совсем в обтяг. Я дома не люблю такую носить. Я люблю более свободные вещи. Так что эту футболку я ни разу не надевала и вряд ли буду. Отдаю старые джинсы, пришел их черед, они выстирались, возможно, даже я их выкину, тут вот ресиночка порвалась. Серые джинсы, драные на концах, тоже они мне не особо нравятся, давно я их уже не носила, так что тоже отдам. Вот эту вот кофту я очень люблю, она мне нравится, но она как-то после стирки поблекла, какой-то серо-розовый цвет, не особо привлекательный, куча катышек, которые я удалять не хочу, если честно, так что мне легче ее отдать, ну, очень красивая кофточка. Вот этот зеленый свитер с большим воротом, я носила всю эту зиму, но я носила его с зеленой курткой, мне они нравились вместе, было очень удобно. Но я знаю, что в следующем году вряд ли я его буду надевать, он длинный, он теплый, но все, хватит. Кофточка с Chainside вообще не носила. Она коротенькая, она с этим, с баской, да, так называется вроде бы. Тоже не знаю, под что ее надевать. Еще несколько джинсов, бордовые тоже уже выстирались, старые. И вот такие зеленые, тут они тянущиеся, и тут вот эти вот резинки повылезали. Нитки такие латексные, не знаю, как это носить теперь. Очень странно выглядит, не знаю, видно ли на камере. Вот этот вот свитер, тоже его довольно часто носила, но в прошлом году, в этом году, этой зимой, то есть пару раз, наверное, надела. Тут всякие веселенькие надписи какие-то, ну, больше не буду носить.
Вот такая трикотажная кофточка, достаточно легенькая. Тоже очень часто носила, но в прошлом, позапрошлом году в этом ни разу и не буду. Еще одни джинсы, они с низкой талией, я такие не люблю, хотя раньше часто тоже носила, но сейчас вообще мне не нравится, как они выглядят. Джинсы хорошие, это Forever 21, но все, хватит. Отдаю также Сережину термокофту, которую он пару раз надел. Старые его футболки тоже сюда засунул, которые он 100 тысяч лет не носит. И последнее, это вот такая вот кофта с капюшоном от теплого костюма спортивного. Штаны я ношу на прогулку с собакой, а вот кофту вообще, ну, раньше дома носила, но сейчас у меня другая домашняя кофта теплая, так что эту не ношу, она короткая, с капюшоном, ну, тоже, что зря лежит, а пусть кто-нибудь другой поносит ее, да? И на этом все, вот так вот уже тут куча у меня насобиралась. Это видео, скорее всего, было мотивацией для вас, надеюсь, вы тоже соберетесь и разберете свой гардероб, выкинете все лишнее. Так что да, надеюсь, вам это видео понравилось, хоть немножко вас зарядило настроем на очистку своего гардероба. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Надеюсь, вам это видео понравилось, и спасибо за внимание, и всем пока!